Ну, перенесемся в самый обсуждаемый по спортивным меркам в последние дни город нашей страны Алматы, где проходит зимняя универсиада. Сегодня за медали поборются спортсмены по могулу в дисциплине фристайл. Суть состязания в том, чтобы спуститься на горных лыжах по бугристому склону и выполнить прыжки на трамплинах. На месте предстоящих соревнований работает наша съемочная группа. И прямо сейчас на прямой связи мой коллега Динмухамед Каликулов. Доброе утро. А кто из казахстанских спортсменов будет защищать честь нашей? Здравствуйте, Лаура. Осталось совсем немного времени до начала соревнований по могулу. В женском турнире примут участие 17 спортсменок из 8 стран мира. Казахстан будет представлять Юлия Галышева, многократная победительница различных международных соревнований. В мужском турнире 17 участников из 8 стран мира. Казахстан будут представлять Дмитрий Рейхард, Александр Геберт, Константин Горлачев и Павел Колмаков. Сегодня будут разыграны медали в индивидуальных соревнованиях. А завтра, 3 февраля, атлеты поборются за медали в параллельном могуле. Несмотря на сложные погодные условия, которые были минувшим днем здесь, на горнолыжном комплексе «Шимбулак», здесь прошли тренировки. Тренеры смогли воочию убедиться и ознакомиться с трассой, и наверняка дали ценные рекомендации своим спортсменам, чтобы они могли показать свои самые лучшие прыжки во время соревнований. Все участники состязания надеются, что сегодня погода не преподнесет никаких сюрпризов. Но сейчас стоит солнечная погода, и ничто не предвещает ее ухудшения. На этом у меня все. Но погода, она, конечно, непредсказуема. В любом случае, будем ждать от вас подробностей. Динмухамед Каликулов только что вещал в прямой связи из Алматы.